якости. Поехал дилер, там еще кофе куплю. Блин, деньги не положил на телефон. Ну, там на вокзале положу. Короче, вот так вот. Я думаю, да? Короче, вот так вот. Туру-туру. Поели, туру-туру, проливали. Да-да, конечно, конечно. Деревню. Я не знаю, когда этот ролик выйдет, так что посмотрим. Вот, короче, вот так. Ля-лю. Днепропетровск. Ну, извините, окна не помыли. Я как еле на летучее. Ага. Там церквушка. Как она говорила, не позволься. Вон она, там церковь. Тролебали. Это мы не задавали. Трам-пам-пам. Короче, вот так вот. А что делать? Птицы летают. Да? Сорок. О, еще. Руки-ноги потанцуем. Тари-тари, та-та-та. Короче, вот так вот. Пачку кофе купил. Вон она летает. Но как будто это меня это ждала. Сорока, сорока, не будь ко мне жестока. Да, девочки, мальчики, жизнь прекрасна. Ух ты, вот так вот. Надо бы хоть это, знаешь, сделать эти... Такие, как их называется? Визитки, во! Он, бляха-муха, смотри. А ты не жди меня. Прилетела, да? Смотрите, девочки. Просто сорока меня ждет.
Вон она полетела. Вон она. Оп. Здесь прекрасно, девочки, мальчики. Какао. Ну, милая, красивая. Где-то муравей. Прямо. Ветер, девочки, мальчики, ветер. Если что, шуметь будет сильно. Девки и мальчишки. Видишь, как я вот иду. По загородьям. Видите? Короче, вот так вот. Конечно, можно было бы по деревне так пройтись. Ну, а чё? Так пошел по этим, видите, по этим, по закоулочкам. А я улю, трамвай жду. Ну что, гнездо. Я дятел. Да, девочки, мальчики. Ну что, ребятки, смотрите, зимняя сказка, да, ребятки? Аляулю, милая, красивая была, где же ты была? Ой, спряталась уже. Видите, снег идет. Лесок. Знаешь, встречаешь иногда так человек. Бывает тут, знаешь, просто встречаешь. Человек нравится. Понимаешь? Вот сегодня в электричке ехал. Познакомился с одним человеком. Хорошим. Собачку вез, купил. Это маленькая собачка, не снял. Да, не снял. Стеснительный просто. Ох. Видите, ребят, и тут. Деревня, как сказать, дыры-быры, у нас тут дыры. Видишь, как снег идет. Вот так вот, снежок. Деревенский парень. Да, деревенский парень. С лопатой. Снег мокрый. Мокрый. Хоть там куры сидят. Короче говоря, вот так вот. Вот, ребят, такое маленькое солнышко. И все, скрылось ёперный театр. Ага. Такие вот, я не
Живой дерево, видите? Живое дерево. Так кто-то пошел. Гачи магазин. Доверь магазин. Это помидорка, по-моему. Вот. Видишь, вот эти помидоры она какая-то подписала. Да? Муся, Пуся. Печка топится. Я типа чай будет. Такая вот на угле. Такая вот. Короче говоря. Что тебе дать? Ну, все по-простому, девочки, мальчики. Все по-простому. Печка простая. Короче, вот так вот. Муся, Пуся. Салатик будет. Яйца почистил. Короче, вот так вот. Короче, вот так, девочки, мальчики. Да? Вон они. Королева Ивановна. Эти девочки, мальчики. Еще с Украины. Вот такие вот. Вот они. Ложечки такие. Старый-старый. Вот они. Старенький-старенький. Вот. Вот так вот. Букетик. Да? Кс-кс-кс-кс-кс. Вот то-то-то-то. Поиграем. Потихоньку мы пошли. По всей деревне точно неохота идти, милые. Тут Кацупал вышли. Тут вот какая-то бабулька жила. Тут вот, не знаю, не помню, спальник и что. А тут, короче, это дядя Миша раньше жил. Ну, домик старенький был, короче говоря, сгорел. И эти сгорели. Кто там жил? Янка, да? Это, короче, вот так вот. И все. Вот мы просто пришли. Это улица Зайцева. Девочки, мальчики, тут почти одна вот. Тут много перекрестков, девочки, мальчики. Надо как-то все вам показать, всю рниху. А, вот тут-то был домик. Помнится мне вроде бы. Или не был. Или был. Хай бог не был, я не помню. Но же давно не ходил, девочки, мальчики. Давно не ходил. И вот эта улица Молодежная. Вот с этой стороны. И вот с этой стороны. Вот. Короче, вот так вот. Короче, продолжаем наш.
какой-то домик кирпичный. Вот. А, нет, это... Сейчас будем проходить. Иду. Тут тоже вот. Тут тоже перекрёсточек. Вот. Всё. Видите? Вот тут, по-моему, это тоже, по-моему. Что-то делают это. Короче говоря, вот так вот. Это тут они тут живут. Тут я не дожила тут. Второй там домик. Тут деревянненький был домик, но его это кирпичом обделали, пристроили, там тыры-пыры сделали. Вот. Там он, туда вот идти, там это, короче говоря, тоже, там где-то школа. Ну, раньше была. Это вот. Вон домик. Мы идем, идем, девочки, мальчики. Тут на два хозяина раньше дом был. Теперь, как говорится, на одного. Тут. Тут вот домик. Ну тут это казарма, девочки, мальчики. Казарма тут. Вот это. Это вот от железной дороги дают. Вот. Тут вот, смотрите. Тут, ну, вот он, видите, раньше. Тут вот. Вот в этой половине, где вот закрыто ставнями, там этот, короче, магазин, железнодорожка. Ну а тут вот колонка была электрическая. Ну вот. Вот. Была. Вот, мы подошли к вокзалу. Вот он, дом. Ой, не дом, а этот магазин вот такой. Вот. Вот и все. Я вам показал некоторые эпизоды наших деревенской жизни. Девочки, мальчики. Это вот вокзал. Ну, раньше вход там был. А я улем. Фу. Ну чё, девочки, мальчики, вот и наш вокзал Ольниха. Да, это Ольниха наш. Ну, инженер, это сейчас вот закрыто просто. Уже всё. Да. Переходим. Сейчас электричка придет. А я вот... Перехожу. Скользко.
ебанки. Короче говоря, не замерзли, а это промокли. На эту электричку. Сейчас электричка приедет. Тугучинская, кстати. Тугучинская. А только я она и осталась, девочки, мальчики. Только я она и осталась. Ну, здрасте. Здрасте. Еду я. Далекие края. Домой, короче говоря. Снимаю каждый раз. Приехал в город уже все. На своей остановочке. Иду до домочка. Девочки, мальчики. Иду домой. Короче, а вам? Что хочу сказать? Вам хорошее настроение. Хорошего дня. Здоровья, счастья вам и прекрасного настроения. Ой, видишь, дорога какая. Слякоть. Да ты чего? Правда? А? Ай-яй-яй. Ой, видите, приехали домой. Да? Да. Ой. Okay. Маня. Видишь? А. Правда, что ли? Вот видишь, как она встречает меня. А, тетя. Скажи, где ты был? Аля-улю. Короче, ладно. Да, будем тебя кормить, да? Да, сухой корм ела? Ела сухой корм? А, аля-улю? А? Короче, ладно. Всем благ, всех хороших настроений. Все, пока. До новых встреч, До новых видео, да? До новых видео и трансляций. Делайте аватарки. И будут вам комментарии, девочки, мальчики. Да.